Ребята, ненадолго я, в общем, отучился из Майнкрафта, так, немножко поиграл на скрипке, вот, вот она у меня тут. И, короче, продолжаем. Значит, кратко. У меня здесь крепость, которая буквально ей не более 2 дней. Я даже думаю, вот овца тут у меня пасется, я думаю, ее уже как-то начать приручать, что ли. А вот эти можно? Нет, это она не жрет. Хотя от мака могла бы вроде бы прибалдеть маленько. Короче, это крепость. Крепость у меня будет местом колдовства. Вот смотри, я тут высаживаю уже. У меня здесь все будет в сундуках. Все в сундуках. То есть огромное количество богатства здесь соберу. Все соберу в одном месте. Это первое. Второе, перед крепостью у меня будет равнина. Вот я уже ее начинаю делать. Вот у меня уровень равнины, вот он. И еще такая маленькая вишенка сбоку от торта. Это вот этот вот бассейн, который я собираюсь огородить красивым материалом. Даже не исключено диоритом. Я даже думаю, что именно диоритом. И, ну вот, собственно, я перечислил основное. То есть фронт работ, он уже... В общем, не маленький. С собой я уже взял ножниц. Сейчас мы будем активно стричь и вырубать тут все ботву. 3 ножницы я сделал. Ну, у меня железо у меня просто тоже в избытке. Ну, не в избытке, но, скажем так, не в дефиците. Потому что я его много добыл в шахте. Так, сейчас вот это мы вырубим. Я так понимаю. А, нет. Нет. А что я делаю-то? Ну ладно, теперь уже что. Вот это я зря сделал, потому что у меня же крепость-то не здесь будет, а вот здесь. Вот здесь надо было все вырубать. Вот. Вот у меня вот так идет стена. Вот там она возвращается, как говорится, вот здесь надо будет все вырубать. Так что давай вот это вырубим. Ну, так, по ходу будем, как говорится, без особого сразу фанатизма, потому что работы и так очень много, чисто такой механической, понимаешь? И делать работу, которая лишняя, совершенно не стоит. Вон, смотри, значит, вот мы кладем основу, да? И вот то, что мешает дерево, сразу спилили. Мешает, спилили. А не то, что тут какой-то массовый спил. Запил. Это все выкладываю. То есть сейчас у меня так или иначе вот эта работенка будет. Еще раз повторяю, другого выбора нет. И потом достроим окружную железную дорогу. Потом уже постепенно собрав, смотри, какое еще расписание. Я соберу сейчас все ресурсы у себя вот здесь. Все ресурсы, которые вообще добыл за игру. Я соберу здесь. Тут ночь, зараза. А? Как меня это бесит. Я опять не посмотрел, как мне это... Как мне ночь отключить. Вообще, потому что здесь у меня, видимо, что-то не так в настройках. Большую часть времени ночь. Ну вот, это вот граница крепости. Вот там граница. Давай вот по... Как раз вот что мы сделаем. Давай... По границе крепости сейчас пущу вот такой желоб, и будет хорошо.